Уникальный масштаб, техника и программное обеспечение. В Симферополе запустили учебный центр, аналогов которого нет в республике. Это один из 20 проектов ведущей IT-компании полуострова Крымтехнологии. В чем уникальность центра и кому он будет полезен, смотрите в сюжете. Интерактивная мультимедийная доска – возможность преподавания с любой точки земного шара. Это далеко не все технологии, которыми располагает центр. Компьютеры работают в режиме тонкого клиента, то есть вся информация находится не в них, а в центре обработки данных. Технические возможности увеличиваются в разы. В России IT-сферу серьезно поддерживают на государственном уровне. Такой центр – прямое доказательство. Аналогичных в Крыму еще не было никогда. Помимо тонких клиентов, у нас в центре обучения используется многоканальный звук с поддержкой задержек для каждого канала, что уменьшает нагрузку на психику и позволяет как можно наиболее лучшим образом воспринимать тот материал, который у нас читает лектор. Первая группа изучает результаты космической деятельности. Специалисты узнают больше о прогнозировании, мониторинге чрезвычайных ситуаций. Знание проведения границ, знание, что же происходит вот с тектоникой Крыма, каким образом мы можем использовать эти знания, к примеру, для понимания, что же будет с Крымом через 10, 15, 20 лет. Эта группа будет учиться 4 дня. Занятия длятся по 5-6 часов. Необычно снова почувствовать себя студентом главному специалисту отдела архитектуры администрации Раздольнинского района Александру Беляеву. Говорит, занятия ему помогут определять точные границы земельных участков, а программы использования которых обучают в центре, улучшат качество работы. Конечно, когда был студентом, все было намного проще. И эти знания я использовал, те, которые получал от преподавателей, именно для себя. А здесь уже все намного серьезнее. От этого зависит развитие нашего Крыма. Возможностями центра могут воспользоваться не только государственные организации, но и коммерческие. Самые первые занятия уже заинтересовали людей со всего Крыма. Данный центр обучения позволяет также разработать уникальную индивидуальную программу для тех организаций, которые будут обращаться для соответствующего обучения. То есть этого тоже нет на данный момент в Крыму. Учебный центр – один из 20 проектов, который реализовывает ведущая IT-компания полуострова «Крымтехнологии». Она же ввела в республике электронные очереди. Таковы успехи предприятия всего за 2 года существования. Татьяна Хынкота, Иван Ковалев, Олег Черемисин. Новости 24.